Друзья, всем большой привет! Сегодня мы с вами рассмотрим один из самых необычных приказов, что мне доводилось видеть. Упоминание о нем можно найти в воспоминаниях российского генерала Снесарева. Однако приказ не является выдумкой, и ему можно найти подтверждение в архивах. Авторство приказа принадлежит генерал-лейтенанту Королькову. Но перед тем, как я приступлю к цитированию, небольшое предупреждение. Если вам меньше 18 или вы особо впечатлительный, настоятельно рекомендую выключить данное видео. Итак, цитирую. Приказ по 48-му пехотному одесскому императора Александра I полку от 12 декабря 1916 года. С чувством глубокой скорби довожу до сведения всех чинов полка, что после каждой серии отпуска в полк обязательно привозится с**, шан**, и трипер. В одном из моих приказов я уже обращал внимание всех чинов полка на то, что в военное время надо одного бояться, одного страшиться. Это женщин. Особенно надо бояться так называемых честных д**. Каждый дурак-мужчина обязательно почему-то думает, что его любят, что обязательно только ему одному дают. Ах, дурак, дурак. Поверь своему командиру полка, что у твоей честной да столько же кабель, то есть виноват столько же мужчин, сколько у любой бегающей весною с**. Поверь, что дающая тебе обязательно дает и другому. Всем хорошо известно, что теперь все страшно вздорожало. Вздорожал хлеб, мясо, ситец, сукно, ну, словом, все вздорожало. И только женщины подешевели. Почему же это так? Да очень просто. Потому что этот товар ныне на рынке продается только в гнилом, только в испорченном виде. Братцы, я решительно советую вам, уж если кому не вмоготу, если кому не втерпеж, так лучше подрать в кулак. Это, во-первых, будет тебе стоить очень дешево, а во-вторых, это будет и безопасно, и для тебя, и для других. Ибо ты так не захватишь си**. Ведь си**. Это бич, это тягчайшее наказание не только для тебя, но и для всех, кто тебя окружает. Что же касается господ офицеров полка, то я вам, господа офицеры, решительно рекомендую обзавестись гандой. По нынешним ценам это немножко дорого, но не дороже своего здоровья. Господа офицеры, я предупреждаю вас, что если вы не последуете моему доброму совету, и если после Нового года кто-нибудь из вас заболеет си**, или иную венерическую болезнью, то на такого офицера я буду смотреть как на труса, и труса отъявленного, который, значит, вполне сознательно ищет случая заболеть и тем самым дать себе возможность перебраться в тыл, подальше от пуль. То есть, повторяю, такой офицер в моих глазах будет считаться отъявленным трусом. Начиная с Нового года, буду отдавать в приказе фамилии тех нижних чинов и офицеров, которые заболеют си**. Или венерическую болезнью, со внесением этого в послужной список, дабы на всю жизнь остался след, как он служил родине в годину тяжелых испытаний. Вот такой, мягко говоря, необычный текст. Далее в воспоминаниях Снесарев описывает свои возмущения, однако нельзя не отметить всю экспрессию и палитру чувств генерала Королькова.